Да, это добрый вечер, как вас зовут? Привет, Артем, это Алекс Якубсон. Спасибо, что приняли меня в эфир. Вот удивительное дело, я иногда сам бываю у вас в гостях, а звоню в эту передачу, наверное, второй или третий раз за все время ее существования. Прошлые разы были, по-моему, еще когда покойный Виктор Топалер ее вел. Я хотел бы задать несколько вопросов капитану Табаку. Честно говоря, я давно ждал такой возможности. Гарри, во-первых, мне интересно ваше мнение по поводу возможной так называемой специальной военной операции США в Мексике, тему которой последние недели, месяцы стали поднимать. Вот как вы думаете, вероятна ли она, если она случится, как она будет развиваться и чем она кончится? Это во-первых. Во-вторых, вот по поводу того гостя, которого Артем цитировал в первом часе, который говорил, что когда США кому-то помогают оружием, то потом они вынуждены сами как бы идти в эти страны или в эти регионы. Но такие случаи на самом деле были. Скажем, Ближний Восток, да, США не были в Израиле, но они были в Ираке, они были в Ливане, они есть до сих пор, скажем, в Саудовской Аравии и так далее. И уж давайте тогда вспомним Афганистан, где США все время помогали маджахедам, а потом, когда маджахеды не сумели навести порядок, к власти пришли Талибан, Талибан ударил по Америке, и Америке пришлось идти в Афганистан. И вот по поводу Афганистана у меня такой вопрос. Очень многие люди, я не знаю ваше мнение, но очень многие люди считают, что если бы президентом США 2 года назад по-прежнему был Трамп, то уход из Афганистана случился бы как-то по-другому, более упорядоченно, и талибы не взяли бы власть в стране за считанные там дни или часы. Вот на чем основана эта уверенность, если сам этот уход был спланирован именно Трампом? И, наконец, последний вопрос по поводу вашей медийной деятельности. Вы пытаетесь донести свою точку зрения, например, до более консервативных медиа, таких как Fox News канал, как Newsmax, как Epoch TV или, скажем, как радио WABC? Вот я подумал, что очень жалко, что больше нету шоу Майкла Сэвиджа, потому что у вас очень похожие голоса с ним, и если бы вы с ним скооперировались, то очень хорошо бы друг друга дополнили. Ну вот, спасибо. Все спасибо. Мои Алекс, спасибо большое за вопросы. Очень много вопросов. Да. Юрий, я попрошу вас, если можно, максимально кратко. Да, начнем с СВО в Мексике. Там сложилась ситуация, когда наркокартели убивают американцев или мешают и поставляют очень много наркотиков. Как вы знаете, все это всем известно. И, в общем, стали говорить о том, что Соединенные Штаты готовят спецоперацию по уничтожению какого-то наркокартеля. Что вы думаете об этом? Ну, во-первых, я не слышал про эту операцию, но мы постоянно действуем в разных странах, особенно в Мексике, в Южной Америке, когда мы имеем дело с наркобаронами, или даже как в Панаме один раз было, с целым президентом страны, когда мы имеем дело. Насчет того, что мы помогаем оружием какой-то стране и потом заходим туда со своими солдатами, да, но предыдущий вопрос, или вы сказали, кто у вас выступал до этого, что он сказал, что это всегда сначала мы помогаем оружием, а потом мы туда входим с войной. Я привел в Израиль и другие страны, но когда мы не помогали, помогаем оружием много-много лет, но никогда туда сами со своими солдатами не входим. Ираку мы оружием не помогали, мы просто зашли в эту страну. Никакой помощи с Ираком не было, мы сразу сошли туда с солдатами. Поэтому я не совсем понимаю, что вы сравните. Насчет Ливии. В Ливии нас вообще не было. Это была британская операция. Поэтому насчет Афганистана, чем отличается, значит, да, с Афганистаном мы сначала мы сначала муджахадинам помогали. Алло? Да-да-да, мы вас слышим. Алло? Продолжайте, Юрий, продолжайте. Да, мы вас видим и слышим. Что-то у меня, вы куда-то у меня пропали, да. Насчет Афганистана, да, сначала мы помогали муджахедин против советской власти, но потом там, да, с нашей помощью развилась Аль-Каида, то есть Осама бен Ладен, такой, в каком-то отношении это наш продукт. Вообще-то его бы не было, если бы советские туда не зашли. Поэтому это такая бесконечная... Можно показывать пальцем на кого угодно. Ну и после 11 сентября мы туда должны были зайти. Так что оружием
Афганистану, мы тогда не помогали никаким. И зашли мы туда совершенно по другой причине. Точно так же, как и Югославия. И в Югославии мы там никому не помогали, но туда, как НАТО, как войска НАТО, мы туда вошли. Уход из Афганистана, почему я считаю, или мои единомышленники считают, почему уход из Афганистана при Трампе был другим, но очень просто, потому что вы помните, когда из Сирии мы уходили, люди бежали, хватались за колеса наших самолетов, мы передали списки. Помните? Нет, этого не было, вы этого не помните. Потому что из Сирии был точно такой же договор, что мы оттуда уходим, это было при Трампе. Мы оставляем наших консультантов там, мы также оставляем неподалеку 2500 солдат. И если кто-то что-то попытается сделать в Сирии с курдами в основном, то мы сразу же это отреагируем. Небо остается за нами. Таким образом, когда вагнеровцы решили пойти, 500 человек туда, так как нас не было, мы позвонили, спросили, это ваши люди? Они сказали, нет, мы сказали, тогда их там и не будет. И вагнеровцы были уничтожены нашей авиацией. Так что, в принципе, договор, который создал Трамп ухода наших войск из Афганистана, был таким же, как он был и в Сирии. То есть мы организованно уходим в стране, в Туркменистане или в Таджикистане, мы располагаем наши 2500 солдат, с авиационной базы открыты. Талибан с нами сотрудничает в этом отношении. И никакого, но когда Трамп уже ушел и пришел Байден, он просто бросил там все и свалил, бросив своих союзников, то есть натовцев, которые с нами туда пошли, мало того, передав списки Талибану тех, кто с нами там работал. Сейчас выясняется, что больше 60 террористов, мы узнали их потом по картинкам в самолетах, которые эвакуировались, там были почему-то одни мужчины призывного возраста, а женщин и детей не было, и не было наших сотрудников, то есть те люди, которые с нами сотрудничали. У меня на канале есть программа, называется Pineapple Express, где наши спецназовцы отставные туда вернулись сами спасать вот этих своих переводчиков, спасать своих скаутов, спасать своих разведчиков, афганцев и их семьи, потому что их имена были переданы администрации Байдена Талибану. То есть если они захотят уйти, чтобы Талибан их отпустил нормально. Поэтому нет, никакого сравнения нет с тем, как мы выходили из Сирии, и с тем, как мы вышли из Афганистана, хотя договоры были примерно идентичные. То, что меня... Да, я был пару раз на Fox News, на Max News, по-моему, я не был, но это зависит не от меня. К сожалению, такие, как Такер Карлсон, к сожалению, приглашает таких, как полковника Макгрегора, который говорит неправду. Хотя есть в данном случае понятно, все зависит от приглашения. Если вас приглашают, вы не отказываетесь, да? Я думаю, подчеркнуть это. Хорошо. Идем дальше. 718-303-90-90, телефон прямого эфира. Пожалуйста, представьтесь и говорите. Спасибо, что вы пригласили такого гостя, уважаемого Юрия. Его тут все уважаем. Не так, как в Киеве, там много врагов у него, и поддерживаем. У меня к Юрию просто вопрос один, если можно. Не три, не два, только один. Вот 100 лет назад Гитлер сидел в тюрьме и написал свою книгу «Майн кампф». Там он, цели его были очень простые. Захватить плодородные черноземы Украины, уничтожить евреев, цыган и славян. Вот. Но у него не получилось. Он запустил немцев, разгромили немцев, не получилось. Также Эрих Кох, который рейхсканцлер был там какой-то на Украине, писал, мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца. И наоборот. Если до этого на дороге они пристрелят еврея, это будет как раз то, что мне нужно. Некоторые наивно представляют германизацию. Они думают, что нам нужны русские, украинцы, поляки, которых мы заставили говорить по-немецки. Но нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки, ни евреи. Нам нужны их плодородные земли. Это Эрих Кох, который умер в 86-м году. Не казнили его. И у меня вот вопрос. Вот говорили раньше, Ленин жив, Ленин будет вечно жить. Оказывается, Гитлер живет.
Оказывается, все это подстроили последующие Гитлера. Посмотрите, что Германия вытворяет. Ракеты дают. Все дают. Западный мир подстроил эту войну, чтобы славяне уничтожали славян. И до поляков дойдет очередь. Когда поляки войдут во Львов, русские бросят атомную бомбу там из Беларуси или что. И вот как Юрий ответит вот на эту ситуацию? Вот это реально, что Гитлер жив? И славян опять уничтожают, как это было в Отечественную войну. Уничтожали немцы, а теперь славяне друг друга. Да, они суть вопроса ясна. Спасибо. Берут друг друга в плен. Юрий, пожалуйста, слово вам. Считаете ли вы, что Запад действительно настроил или подстроил все так, чтобы славяне друг друга уничтожали? Ну, смотрите, я не последую здесь логике. Во-первых, врагов в Украине у меня не так много. Я уверен, что какие-то есть. В основном меня считают другом Украины. А если кто и пишет в комментах, какой я враг и предатель, то это очень легко определить, потому что они пишут «на Украине». Ни один уважаемый себя украинец не напишет «на Украине», они напишут «в Украине». Поэтому очень легко определить, кто эти люди, которые меня считают своими врагами. Ну, конечно же, я враг некоторых людей. Я не про следующую логику, потому что Гитлер, как вы говорите, Германия, они хотели, чтобы поляки уничтожали русских, там славян, украинцы русских, русские украинцев, но если они по дороге убьют еще евреи, то это все хорошо. Но во Вторую мировую войну, по большому счету, русские не убивали поляков, поляки не убивали русских, и украинцы не убивали русских. Нет, но были, конечно, случаи такие там, где это происходило, но такой массовой войны между собой не было. А между славянами и там была война между германцами и славянами, если уж так вы хотите на расы это разделять. Сейчас идет война между двумя славянскими народами. То, что русские называют братскими народами, но украинцы не считают их своими братьями, если вы поговорите в основном с украинцами. Говорят, что им такие братья не нужны. И опять же, это довольно-таки унизительно. Вы как бы хотите, так я понимаю, как бы сказать, что два славянских народа, вот Запад столкнул лбами, может быть, даже евреи, вы хотите сказать, что их столкнули лбами, и они теперь дерутся. И как бы вы снимаете ответственность с этих славянских народов, да? Таким образом, они не виноваты, что они между собой дерутся. Это кто-то так их настроил. Но послушайте, вы унижаете таким образом оба славянских народа, что, мол, они идиоты, и кто-то их вот накрутил, и они вот начали убивать друг друга и продолжают вот с такой зверством убивать. Нет, ничего подобного. И никакого отношения это к славянам не имеет. А в Сербии происходило то же самое, в Бейруте происходило то же самое. Частенько арабские или семитские народы, да, евреи-семиты, арабы-семиты, тоже дерутся между собой, убивают друг друга. В Африке мы знаем и хуту, и зулус, и сунис, и шиас. Это не имеет отношения к расе или к цвету кожи, или даже к религии. Частенько мы деремся со своим соседом или со своим братом. Ну и в Библии это даже написано, как один брат убивает другого брата. Винить кого-то другого в этом, я думаю, неумно. Это вы не уважаете как раз вот этот народ. То есть вы их считаете тупыми, что они взяли и убивают друг друга, потому что их кто-то другой накрутил. Нет. Здесь, если уж вы хотите говорить «Гитлер живой», то да, Гитлер живой. Сегодня его называют Путиным. Это Путин. И он создал такую ситуацию со своим окружением. Он не один, у него были коллаборанты, которые создали эту войну и занимаются убийством целой нации. Точно так же, как Рузвельт дал зеленый свет Гитлеру это сделать, отправив Сент-Луис обратно в Европу, в Германию с евреями, точно так же Байден дал зеленый свет Путину напасть на Украину и создавать вот такое вот убийство нации, да, потом Рузвельт также дал Илон Лис, чтобы Гитлера остановить, и будем надеяться, что этот президент или следующий президент
Соединенных Штатов тоже поможет по-настоящему Украине отрезать, отрубить голову этому бесу, который напал на Украину и уничтожает этот народ. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Пожалуйста, представьтесь и говорите. О, здравствуйте. Спасибо, что взяли. Сейчас звук идет. Идет эхо. Спасибо. Да, пожалуйста, я вас спрашиваю. Всего одна минута рекламы. Пожалуйста, вопрос. Одна минута. Я, во-первых, напоминаю, Яков из Калифорнии, я вам написал письма, вы мне до сих пор не ответили. Да, Яков, спасибо, вот, я всегда сразу... пишу письма. А, хорошо, теперь еще одна минута. Ну, конечно, мало, я могу только знаете, в одну минуту вложиться, что когда вот украинская тема, я из Киева, для меня это очень боль и трагедия. И, конечно, когда мы говорим... Алло, да, я вас слышу? Продолжай. Да, конечно, когда сейчас говорится, и уважаемый ваш гость тоже, что ну не сейчас, но если Россия уже никуда же она не уйдет, а Украина же не может она, как Давид и Голиаф, вот так вот силой победить. Ну, Россия все применит, и, в крайнем случае, тактический контингент, но она не уйдет с этих территорий. И вы, сторонники, как-то высказывали тоже эти, не сделать статус-кво, конечно, это кажется, что ну, придется же как-то компромисс какой-то. Ну, и можно было бы еще развить нас, наверное, в оставшуюся минуту. Вот, ну, поэтому вот эти темы, конечно, надо останавливать, но немедленно, чем раньше, тем не будет. Всякая война заканчивается прекращением и договоренностью какой-то. Яков, я вас попрошу, вы оставайтесь с нами на линии, мы сейчас уйдем на короткую рекламу. Пожалуйста, сформулируйте вопрос, мы вернемся, и вы его зададите, хорошо? Спасибо, хорошо. Мы продолжаем программу «Рикошет» в прямом эфире. На телефоне у нас телезритель Яков. Яков, если вы слышите меня, я хочу сказать, что вот ваше письмо, о котором вы только что говорили, мне буквально вчера его передали, поэтому так как оно на 19 листах, соответственно, мне понадобится время, чтобы изучить, обязательно мы об этом с вами поговорим в будущих эфирах. Сейчас я даю вам слово. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, можете его задать. Да. Алло, что-то да. Куда-то изображение. Да, я хотел сказать, чтобы, значит, ну, что можно добавить, я просто еще раз повторюсь. Значит, чтобы все-таки, значит, уважаемый ваш гость тоже не то, что не в таких позициях патриота, что, конечно, Украина за Украину. Я болею тоже за Украину, и родственники, и родственники есть. Но дело в том, что надо же исходить не то, что и статус-кво отдать сюда, но все равно надо что-то надо решать, а не так ура-ура и победа. Когда стоит вопрос об Украине, ну раз, еще тогда я сформулирую вопрос. Украина ставит в качестве решения 10 пунктов Зеленского. Значит, какие? Значит, прежде всего вывести войска, потом репарации, потом это так. Но это же нереально. Поэтому какое-то должно быть решение. Так вот как все-таки ваш гость все-таки обосновал бы более реальную, потому что это же нереально, что вот так вот Россия еще и суд, когда здесь будет трибунал над Россией, что да, Украина соизволит принять решение. Это же нереально. Правильно ли я вас понял? Вы спрашиваете, какой реальный план мирного соглашения, чтобы остановить войну, правильно? Ну да. Ну это, так сказать, элементарно. Хорошо. Казалось бы, на поверхности. Вопрос понятен. Спасибо, да. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Юрий, пожалуйста, есть ли у вас какие-то идеи, планы мирного соглашения, который реально мог бы работать, чтобы прекратить эту войну, ну, скажем, в какое-то короткое время, не знаю, не буду говорить о времени, какое-то короткое? Ну, в короткое время я не думаю, что это возможно. Опять же, я повторю слова Голды Мейер. Как вы можете договариваться о чем-то с теми, кто пришел вас убивать? Напомню еще то, что все договоры, которые были созданы после Второй мировой войны с Советским Союзом и с Россией, Путин нарушил все до одного. О чем тогда вы еще хотите с ним договариваться? Каким способом вы хотите о нем договориться? То, что вы говорите, нереально, но опять же, в истории такие вещи были. Нереально, что Финляндия пыталась воевать против Советского Союза. Где такая Финляндия, Советский Союз, еще при Сталине? Со Сталином, но как оказалось, что они разбили советскую армию. Точно так же, как можно сказать, ну Израиль, ну какая там в 1948 году Израиль, какая там армия против 7 армий, арабских армий, которые были вооружены, которые были агрессивны и против. Ну ничего, иногда надо смотреть тоже реально. А что же вы предлагаете? Вы предлагаете, чтобы Украина сегодня сдала свои позиции, села за стол переговоров, и вы думаете, Путин или Россия, или кто его сменит, успокоится на этом? Нет, это предлагаем не мы.
Это вот, смотрите, это, допустим, вот саммит в Саудовской Аравии. Да? Вы говорите, каким способом договариваться с Путиным? Но зачем тогда проводят этот саммит? Зачем пытаются надавить на Украину? Зачем пытаются потратить время, чтобы выработать и согласовать какой-то план, если это невозможно? Потому что Украину они сдали давным-давно, договоренность была, и мы знаем это, что сейчас выходит, что с послом Бернс, то есть кто сегодня возглавляет нашу ЦРУ, почему он туда ездил, он сам это описывает, что была договоренность сдавать Украину. Поэтому мы вывели отсюда свое посольство, поэтому мы вывели свой флот, поэтому президент Байден снял санкции Северного потока, наложил санкции на наш, Кистон поднял цены на нефть и много-много чего другого. Он сделал, то есть сказав, что если это будет вторжение небольшое, то ничего страшного. Если большое, то не годится. То есть это была уже договоренность, что вот эту часть Украины, плацдарм был создан еще при Обаме и Байдене в Крыму и в Донецке, то есть это Байден звонил тогда Турчинову, исполняющего должность президента Украины, скажем, не сопротивляться и сдать без сопротивления Крым. То есть это была договоренность такая, но украинский народ не пошел на это. Потом, после того, как Обама договорился и все было решено, Клинтон должна была закончить это весь с Украиной. Но свалился им на голову вот это исчадие ада Трамп и нарушил все планы. То есть когда его уже любым способом от него избавились, но уже он тогда дал летальное оружие Украине, как джавелины, стингеры, снайперские винтовки. Вот этим и остановили вот этот первый нахрап, когда россияне выстроились в колонны. То есть они не собирались воевать, они думали, что они просто зайдут, и все будет чин-чинарем. То есть такой грузинский вариант, потому что с Грузией это прошло, и тогда послали Клинтон с кнопкой перезагрузки. То есть тот же самый вариант, что был с Польшей и с Чехией, во время Второй мировой войны, что началось. Таким образом, вы не успокоите Путина, Гитлера. То, что говорят, что это нереально, что у него ядерное оружие, и он даже это может применить, и Россию не победить. Кто вам сказал, что Россия не победит? Я вот вам привел пример, что она и была побеждена, и Советский Союз был таким образом. А ядерное оружие, ну, у нас же тоже есть ядерное оружие, не забывайте это. А потом, если он всегда будет нас шантажировать ядерным оружием, тогда нереально. Когда он может взять и балтийские страны после этого? Почему и чуть-чуть Польши не отхватить? А почему чуть-чуть и в Финляндии, с Финляндии закончить это дело? И так далее, и так далее. И все время вы будете говорить, ну это же нереально, он же может применить ядерное оружие. Так как же вы его хотите успокоить? Нет. Знаете, я очень коротко, если можно, очень коротко, такой нюанс. Вы сказали, хотели слить Украину. Что тогда пошло не так? Что пошло, зашло в тупик? Почему же тогда не сделали? В первую очередь пошло не так. Опять же, Трамп явился и нарушил это все. Обрушил цены на нефть, вел наш флот в Черное море, стратегически летали наши бомбардировщики. Санкции против России были введены, закон был введен, что Крым – это украинский, ничей другой. Закрыл консульство. Это пошло не так. Когда вернулась старая гвардия Обама, Байденовская гвардия, Клинтоновская, и решили закончить все-таки этот договор с Путиным, отдать Украину им, то пошло не так, то, что в первую очередь они не ожидали. Ну, во-первых, у Украины уже была какая-никакая армия. Это не 14-й год. Во-вторых, они уже было какое-то летальное оружие, которое дал Трамп, вернее, дал Конгресс еще при Обаме и Байдене, но они наложили вето на это, а Трамп снял вето с этого, и украинцы получили. И этим оружием они смогли отбить вот этот первый нахрап. И то, что украинский народ не согласен был, они ожидали, что особенно вот эти русскоязычные территории сразу перейдут в Россию. А там люди восстали и стали драться, и стали, и тероборона встала этот раз. И там, когда Байден два раза предложил президенту Зеленскому бросить страну и уехать в Америку, и он даст ему убежище, Зеленский отказался и сказал, мне нужно оружие, а не такси. Такой мем до сих пор существует. То есть на все эти вещи они рассчитывали. И вот что пошло не так.
Поэтому потом со всеми этими саммитами, со всем остальным они пытаются как-то разрешить эту проблему. То есть они не могут вернуться к тому, к чему они первоначально договорились. Идем дальше. 718-303-90-90. Телефон прямого эфира. Представьтесь, пожалуйста, и говорите, мы вас внимательно слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я там с Украины, с Винницкой области. Я хотел сказать, что спасибо Гарри за поддержку Украины. Второе, Второе, вы поставили на место провокатора, который хотел, жалеет, что мол, он за Украину. Когда вы ему сказали, что надо строить войну не Якова, Якова тоже, а ты перед ним был. Он всем за это московским нарративом, он во всех передачах... Пожалуйста, Михаил, давайте это к вам вопрос. Я плохая, я ничего не слышу. Вопрос. Я хотел сказать, что мне очень нравятся ваши передачи с Машей Максаковой. Там спортсменка говорила, это уж красавица. И вы, как настоящий полковник, расскажите, пожалуйста, как ее оскорбляли на русских ток-шоу до войны еще. Как ее оскорбляли, унижали. Зачем она ходила? Она по скайпу выступала там. Как у нее состояние сейчас? Старшие дети в России, наверное. Вы ближе с ней знакомы. А так вы хотите спасибо. Узнать, как ее оскорбляли? Нет, это я видел. Okay. Я говорю, как ее сейчас состояние моральное? Состояние. Все, вопрос принят. Да, спасибо большое, Михаил. Михаил, спасибо. Ну, Мария Максакова, она не спортсменка, она певица. Я не полковник, а капитан первого ранга в отставке. Но это не важно. Мария Максакова чувствует себя хорошо, у нее прекрасный ребенок, она занимается разными полезными делами в пользу Украины, украинских вооруженных сил, делает очень много, выступает здесь в концертах, поет, и недавно была с Вайкули, выступала в Риге, давала тоже там концерты в помощь ВСУ, они собирали деньги. Мария Максакова, как вы знаете, у нее очень много программ, она очень занята, и да, она старается и делает все, что она может сделать для Украины и украинских воинов. Еще один телефонный звонок, 718-303-90-90. Пожалуйста, представьтесь и говорите. Добрый вечер, это Лали. Уважаемый Юрий, я тоже восхищена вами, что вы сейчас находитесь в Украине и поддерживаете. Моральная поддержка – это очень много значит. Большое вам спасибо. И они сдали Украину, но Украина не сдается. Как Саакашвили тоже сказали, этот Саркози, который сейчас на побегушках был у Путина, сдайся и уезжай. Мы дадим тебе самолет. Вы знаете, вот импортозамещение у них провалилось. Они ничего выпускать не могут. У них даже самолеты сократились сейчас. Нет для самолета запчастей. Сейчас они вывозят нефть на танкеры, но доллар не возвращается. Расплачиваться за нефть с Китаем, а не в юане. У них экономика уже рухнет скоро. Рубль в каком состоянии, вы очень хорошо знаете. И когда вы сказали, что они выпускают танки, недавно было интервью с Канапольским, они сейчас начали, эти, которые были заморожены, эти танки, с 49-го года. Использовать эти танки. У них не очень-то уж хорошо дела. А Украина победит обязательно. И то, что сейчас они войну перенесли в Москву, и сегодня они не подали по Министерству обороны, с дронами там, у них это самое тоже, падали бомбы.
они еще посмотрят, как они будут. Лали, спасибо большое за звонок. Спасибо вам. Насколько это правда, Юрий, про танки 49-го года? Да, я слышал. Я слышал от очень такого доверенного мне лица, что они старые танки даже там. Но опять же, это количество. Если даже Т-34, если у вас 100 Т-34, которые они вкопают и будут использовать как артиллерию, она все равно будет, это все равно смертенесущее оружие. Какое бы оно старое ни было, если оно работает, оно работает. Если у них есть снаряды, они будут из него стрелять. Если даже у вас 20 Т-34 и один Леопард, то Леопард проиграет. Поэтому все равно в войне частенько количество переходит в качество. Экономика российская довольно-таки сильная. На сегодняшний день, да, рубль падает из-за того, что юани, они используют, торгуя нефтью. Но санкции, которые введены были против них, как раз помогают их экономике. Так объясняют экономисты, я не экономист. С такой экономикой, с такой ценами на нефть, они могут эту войну еще очень-очень долго вести, а каждый день гибнут люди. Поэтому это очень сложная ситуация. Да, Россия, считайте, проиграла, уже проиграла, потому что это будет с Россией на много-много лет, а я думаю, даже хуже, чем с Германией. То, что они развязали такую войну и занимаются убийством и кражей детей, и с военнопленными, как они обходятся, и уничтожение, сжигание городов в 21 веке, конечно, это дикость. Это дикость. И этот народ будет восприниматься цивилизованным миром как дикие люди, которые опасны. Они опасны. И, к сожалению, да, президент Саакашвили борется за свою жизнь. Но вот его друзья из демократического левого мира почему-то сильно так за него не борются и даже не вспоминают, к сожалению. Вот все, что идем дальше. 718-303-90-90, телефон. Пожалуйста, представьтесь и говорите. Да, здравствуйте, меня зовут Игорь. У меня вопрос такой к Юрию Табаху. Первый вопрос. Почему Соединенные Штаты, имея такое огромное количество списанных, но еще как бы действующих, функционирующих самолетов, находящихся в Аризоне, на так называемом Backbone Yard, почему они не могли бы передать эти самолеты? Там полно F-16, кстати, и полно и других самолетов, A-10, которые, ну, стоят без дела. Их можно было уже давным-давно летчиков научить на них летать и передать уже давно эти самолеты. Уже даже не, ну, как бы, я понимаю, что это американцы, американские, ну, Пентагон, он подсчитывает деньги тоже от этих самолетов и так далее. Но эти самолеты стоят без дела. Это один вопрос. Почему? Потому что все-таки это как-то, знаете, не очень по-хозяйски. Самолеты стоят под солнцем, а на самом деле могли бы бомбить русских. Второй вопрос касательно, я знаю, что Юрий Табак живет во Флориде, и там огромнейшая пропутинская, будем говорить, пятая колонна живет. Я не знаю, говорят, в Майами, на Sunny Isles и так далее. И там такое вещает абсолютно отвратный тип. Саня во Флориде, такой есть блогер, абсолютно промосковский, абсолютно, ну, в общем, грубо говоря, агент Кремля. Почему во Флориде вот такое вот скопление пропутинцев, и FBI ничего не делает, и там просто, ну, грубо говоря, такой, знаете, островок Путинленд. Вот понятно, у меня два вопроса. Понятно. Хотя я вас бы поправил, это не только в Майами, это есть и в Нью-Йорке тоже. И я Юрий Тапок живет во Флориде, поэтому я спрашиваю. Хорошо, да, вопрос понятен. Юрий, пожалуйста. Ну, во-первых, Игорь, эти самолеты и это все оборудование, включая танки, артиллерию, хаймарсы, их хамвиз, хаммеры, они не списаны, они законсервированы, они стоят в резерве. Их можно расконсервировать, как вы говорите, и передать Украине. Но можно и другое сделать. Например, у нас сейчас мы снимаем с нашего вооружения, то есть retiring, AD-10 штурмовики, также F-16.
и мы уже сняли с нашего вооружения «Хамвиз». Вот мы все время ищем волонтеры и покупаем за свой счет разбитые пикапы, привозим их сюда, в Украину. Тут ребята их обшивают железом, едут на фронт, взрываются, гибнут, калечатся в них. Мы уже сняли с нашего вооружения «Хамвиз». Их тысячи стоит, и в Европе тысячи. Почему тысячу этих машин мы не можем передать? Это даже не оружие, а просто машины. Мы также можем передать и А-10 таким же образом, которые мы уже снимаем с вооружения. Нам будет их дороже консервировать или распиливать. Так же, как и F-16, которые мы в этом году будем снимать с нашего вооружения. То есть мы их должны или законсервировать, что очень дорого их содержать, или распиливать, что тоже дорого, дешевле передать кому-то, казалось бы. Но дело все в том, что администрация сегодняшняя не только не хочет этого сделать, она и не разрешала доносить, чтобы Польша передала МИГи в начале войны. То есть говорила, нет, ты МИГи не передай, потому что, не дай бог, они залетят или начнут бомбить или сбивать русские самолеты или бомбить российскую территорию. Русскую территорию. Поэтому это очень вопрос к нашей администрации, которая сегодня, наверное, больше пророссийская, чем какой-либо Саня из Флориды. Пятая колонна пророссийская, к сожалению, она существует везде, как Артем сказал. Но как вы их можете заткнуть? Это нас затыкают левые, а мы, люди, которые давали присягу, а все, кто натурализированный гражданин Америки, мы все дали присягу, когда становились гражданами Америки, что есть свобода слова, первая поправка, и все люди могут говорить абсолютно все, что угодно. Вы можете их не слушать, вы можете против них протестовать. Я помню, в 1977 году в Милуоке нацисты решились пройти по улицам Чикаго, они вынарядились в эсэсовские мундиры и шли с зигами, и полиция их охраняла, а другие организации протестовали против них, кричали, махали тоже флагами, полиция не давала подойти. Потом их судили, в суде представлял их и юрист-еврей, кто тоже угрозы шли и так далее. Наша страна свободна, эти люди имеют право, полное право говорить. Другое дело, что YouTube некоторых из нас банит, Facebook некоторых из нас банит, как это частные фирмы, а другим они дают этот рупор. Это не зависит от ФБР. Ну и как вы знаете, ФБР сейчас занято другим. Им нужно посадить Трампа, а не заткнуть рты таким, как пятым колоннам и тем, которые выступают. Опять же, к сожалению, тут частично и наша вина, и вина украинцев, потому что Первый канал и российская пропаганда вещает из всех рупоров, и эти люди, особенно пожилые люди, вот даже сюда звонили, да, они слушают это, и они в это верят. Они привыкли в это верить. Но, к сожалению, да. я должен сказать, что, как мне кажется, вот эта пятая колонна — это как раз-таки не совсем пожилые люди, потому что все-таки пожилые люди понимают, что происходит, а вот молодые, как правило, не всегда. Юрий, и спасибо молодые, большое. Программа подошла к концу. Нет времени, простите, пожалуйста. Быстро, одну секунду. Я хочу добавить, что русскоязычные каналы и в Нью-Йорке, и в других штатах Соединенных Штатов Америки тоже играют большую роль в этом, потому что часто на них выступают вот эти вот рупоры пророссийские, да, понятно, все. Демократические. Программа окончена. Юрий, благодарю вас за то, что вы нашли время, присоединились к нам сегодня. Это был капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Спасибо всем, кто эти два часа вместе с нами провел. Всего вам доброго и до свидания.